Друзья, мир вам! Приветствую каждого из вас! Хочу сегодня поделиться словом. Это Иакова, 3 глава. И здесь он делится о языке с 4 стиха. «Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляется, куда хочет кормчий. Так и язык небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает». Так важно понимать это, что язык, он дан нам для того, чтобы мы высвобождали благословение, чтобы мы думали о том, что мы говорим. Посмотрите, он направляет, что я вижу в своей жизни, что он направляет не только мою личную жизнь, но он очень часто направляет жизни тех людей, которые находятся рядом с нами. Я видел многих людей, которым приходится бороться с теми негативными словами, которые кто-то сказал в их жизнь. Давайте мы будем мудрыми людьми и высвобождать правильное направление, благодать Божью не только в свою жизнь, но и в жизни тех людей, которые окружают нас. Благословений вам и мудрости вам Божьей. Аминь.